друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Выехали, ну, я, например, выехал первый раз с ночевкой на две ночи. Вот с этими двумя парнями. Александра вы знаете, Сережа. А ты меня не показал. Ты. Как ты эти не показал? Вот, так показал? Вот, смотрите, вот он сидит. Развернули лагерь. И сейчас попробуем на Десне что-то поймать. Красота, ребята, вообще бомба. Так, ребята, первая рыба есть. Так, ребятки, первая рыба есть, и первая рыба взяла на чабика с прибрежной зоны. Был у меня еще один удар на джиг. Вот. На резину от виста, и был хороший удар в этой же акватории, но уже где-то с середины. Такая вот красота взяла. Где-то килушный размер. Вот он. Сегодня мы делаем уху и жарим рыбу, поэтому ее мы заберем. Поэтому ее мы заберем. Кстати, ребят, рекомендую вот эти сумки на AliExpress строить недорого, но они офигенно удобны. А в чем их удобство? Удобство их заключается в том, что они, во-первых, отмываются от рыбы мгновенно, то есть снимается. Раз проболтал, и все, слизь, она не впитывается, ничего, это раз. И во-вторых, она держит воду, как ведро. То есть я когда-то ловил карасей на микруху, набрал туда воды, ну, думал, как бы, если поймаю мало, там, 1-2, то выпущу потом. То есть держит это. И там есть разного размера, ну, в общем, очень хорошая тема, рекомендую. Вот такой вот чабик. Джакаловский крэнк, по-моему, джакаловский, но, кстати, врать не буду, но, как видите, сработал очень хорошо. Ладно, будем дальше пробрасывать эту зону. Вот видите, в проводочку тыкнула хорошая рыбка. Удочка у меня фаворит Синап, кастинговая модель, использую ее всегда по малым рекам, до 9 грамм, по-моему, у нее кастинг. Ну, катушка Дайва Альфас Airstream как раз под нее заходит. Отлично, все работает, кидает далеко, вот. Приятно ловить. Ребята, это трофей. Это трофей. Это трофей, ребятушки. Это где-то треха. Это трофей. Какой кайф. Ну, это, наверное, трешечка, если может и больше.
себе заснять вываживание. Трофеи, ребятушки! Короче. Дядя Толя, подивіться, яку рибу впаял. А ну, давай, щукарь. Показуй. Да подожди, тут надо как. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хлопцы, подивіться, яка рибина. Короче, клевало как окунь. Я думал, что типа раз-раз и ушло. А потом смотрю, оно в сторону. Там оно. И отвалилось тут. Какой у тебя вес тут, что ли? А? Какой вес у тебя тут? Да, я тут на 10 граммах ловлю. Сделай мне. О, класс, ему Толя показывает. Так, ну что, дядя Толя впаяв, он, дивиться, який. Я вважаю, что это такая трофейна, C2+, рыбка. А ну, Толя, покажи ей по-нормальному, как дядьки показывают. Ай, хороша. Ребят, немножко скажу о спиннинге, на который поймал. Это Титирот студия, Влад Каченко собирал до 15 грамм на корейском бланке. Но, честно говоря, не знаю, что за бланк. Врать не буду. Очень хорошая палка. И катушка Зелеон со шнурком. 1,5 по Японии. Ну а длина здесь, по-моему, 2,25. По-моему, такая. Использую я ее только под джиг. И вот, как видите, справилась с такой хорошей рыбой. Я так думаю, там где-то 2,5-3 килограмма в ней, в той щуке. Взяла она, ребята, не смеляка. Смеляка, как видели, на чабик взяла. Щучка не крупная, а это взяла с бровки, но бровка такая, перепад 1,5 метра на 3. Вот из-под этой стенки я ее и взял. Вот сейчас куда кидаю, там 5 метров глубины, не факт, что будет стоять, надо лучше проверять вот эти вот места. И там, где нету сильной струи. Все-таки рыба сейчас как бы уходит в сторону, ищет более тихие места, там, где есть возможность задержаться. Короче, периодически меняю приманки. Я после каждой смены приманки практически идут поклевки. Но один был срез. Причем, ребята, 0,45 флюр. И я даже не понял этой тяжести. Только тык и все, и нет. Это ж, не знаю, как-то, блин. Наверное, что-то крупное бы. Мелкая щука, конечно, не перебила 0,45. Но я ее не почувствовал веса. И вот сейчас опять с этой точки была следующая поклевка, но правда с промахом. Стою на 4 метрах и стягиваю с 2 вниз. Попалась, ребята, вернулся. Ну, берет же, зараза. Вот такая вот рыба, рыбилина.